Рад вас всех приветствовать у себя на канале. Сегодня у меня обзор наушников BlueAudio T7 Turbina с активным шумоподавлением. В первую очередь это беспроводные наушники, которые подключаются по Bluetooth 5.0 и работают в активном режиме до 30 часов. В режиме ожидания около 1000 часов. Также эти наушники работают и по проводу, который есть в комплекте. Здесь установлены драйверы на 57 мм. И, как говорит производитель, использована новая технология передачи звука, но об этом мы чуть позже. Чувствительность 115 дБ, сопротивление 16 Ом. Вес этих наушников составляет 290 грамм. Чашечки сделаны из пластика. Все кнопки управления находятся на правой стороне. Здесь есть увеличение и уменьшение звука, play, пауза, разъем для зарядки, а также для проводного подключения наушников под Type-C, микрофон, кнопка управления активным шумоподавлением. Он здесь в двух режимах: слабое шумоподавление и сильное шумоподавление. Для того, чтобы переключить, сначала нужно включить вот этим вот бегунком шумоподавление. Изначально оно здесь на слабом уровне. Для того, чтобы переключить на сильное шумоподавление, нужно на вот эту кнопку со стрелкой нажать два раза, и наушники подадут звуковой сигнал. Кстати, да, здесь установлен звуковой помощник, который вам скажет о том, что наушники включены, их нужно зарядить и так далее. Все на английском языке. Дальше у нас перемычка включения наушников, вот индикаторы подключения и индикатор шумоподавления. Значит, наушники сказали, что они включены и их можно подключать к вашему устройству. Я подключу к телефону. То есть заходим в Bluetooth и вот находим T7. Все, наушники подключены. Все очень просто. Амбушюры здесь мягенькие, из очень приятного кожзама. Это полноразмерные наушники, соответственно, ухо полностью помещается в середину чашечки. У чашки есть поворот по горизонтали и есть небольшой ход по вертикали, благодаря чему наушники идеально садятся на голову и не будут создавать никакого дискомфорта даже в течение 30-часового прослушивания треков. Соединение чашечки и оголовья из металла с названием компании и обозначением стороны. Там, где регулировка размера, оно тоже пронумеровано. Оголовье сделано из нескольких пластиковых пластин. Они очень эластичны, вот выгинаются во все стороны и обтянуты таким же мягким кожзамом, как и на амбушюрах. И здесь есть надпись у нас «Турбина». Левая чашечка сделана по такому же принципу. Единственное, что здесь нет никаких кнопок управления, а только разъем для микрофона. По функциям еще, кроме шумоподавления, в этих наушниках есть функция сна. Когда вы будете в неподвижном состоянии около 10 минут, наушники автоматически прекратят проигрывать трек. Когда наушники находятся у вас на голове, музыка играет. Если вы их снимаете, музыка прекращает играть. И когда вы опять надеваете на голову, трек возобновляется по звуку. Конечно же, звук не описать словами, это нужно слушать. Но скажу, что из всех наушников, которые у меня были на обзорах от компании BlueAudio, звук здесь самый качественный. Он более чистый, более детальный, более обширная сцена. И очень радует мощный бас. Еще хочу рассказать вам о приложении, которое вы можете скачать в Play Market. В этом приложении вы можете также прослушивать музыку, либо же установить настройки наушников. Ну и давайте напоследок я вам продемонстрирую коробку и комплектацию. В середине инструкция, в том числе с русским языком, такой чехол для наушников. И два провода. Это у нас кабель для зарядки Type-C в наушнике USB. И кабель для проводного подключения наушников Type-C в наушнике и мини-джек на 3,5 мм. На этом я буду заканчивать свой обзор. Надеюсь, он вам был полезен. Ставьте палец кверху, задавайте ваши вопросы и приобретайте данную модель наушников. Ссылки я оставлю в описании. Всем спасибо. До скорых встреч.